Подавляющее большинство областей в прошлом году не достигли запланированных цифр по валовому региональному продукту и производительности труда. Некоторые регионы не выполнили задания по экспорту товаров, привлечению прямых иностранных инвестиций. И никто не снизил уровень затрат на производство и реализацию продукции. То есть показатели эффективности основные провалены. В этом году еще не всеми губернаторами обеспечивается выполнение тех планов, которые мы перед собой наметили. Но сегодня важны не столько объемы производства, сколько его эффективность и конечный результат, прибыль и рентабельность. Значительная часть предприятий по-прежнему работает с убытками. Второе. Не выстроена системная работа с инвесторами. Очевидно, с каждым инвестором надо работать индивидуально. Сколько мы из них потеряли за счет своей волокиты, бюрократизма, отсутствия решительности выполнить задачу. Все регионы подписали соглашение с китайскими провинциями и городами. Многие руководители неоднократно бывали в этой стране. Где проекты и инвестиции? Даже по имеющимся инвестпроектам работа ведется некачественно, не соблюдаются сроки реализации, отдача от них очень низкая. Как я подчеркивал, нам не нужны инвестиции ради инвестиций, нужны производства завтрашнего дня, новые товары и технологии, нужна изюминка на каждом предприятии. Следует генерировать новые идеи, внедрять ноу-хау, производить востребованную на рынке продукцию.